Приветствую вас всех на моем канале. Сегодня приготовлю очень простой холодный соус к мясу. Во многих регионах он называется по-разному. Где-то называется чертополох, где-то вырви глаз, где-то хреновина и другие названия. Я вам покажу свою версию, которая, на мой взгляд, очень простая. Начнем. Количество всех ингредиентов для чертополоха вы найдете под видео. Для этого рецепта мне понадобится помидоры, соль, сахар, красный сладкий перец, 5% уксус, чеснок, свежий хрен. И я возьму аджику. У кого нет аджики под рукой, возьмите острый перец чили. Первонаперво натрем при помощи терки помидоры. Так, обрабатываем паприку. То есть вырезаем все семечки с нее. И протираем через мелкую терку болгарский перец. Протираем его так, чтобы шкурка у нас тоже осталась. Нам нужна только мякоть. Очищаем чеснок и протираем также через мелкую терку. Количество чеснока, хрена и остроты тут для себя каждый решает сам. Я вам дам пропорции те, которые приятны мне по вкусу. Так, очищаю хрен и натираю его также на мелкой терке. Добавлю сюда аджики. На это количество я добавлю буквально пол ложки, потому что аджика у меня ядреная. Если будете добавлять перец чили, то примерно не более 2 стручков. Ну и как я уже ранее говорил, все зависит от того, насколько остро вы любите такой соус. Добавляю соли. Добавляю немного сахару. И добавляю уксуса. Уксус у меня 5%. Если кто-то мало ли не любит уксус, то он может спокойно добавить лимонной кислоты. И все тщательно перемешиваю. Так, я пробую на вкус. Все готово. Меня этот вкус устраивает. Потому что чертополох постоит еще буквально одну ночь в холодильнике, и он полностью раскроется. Так сразу на вскидку нельзя сказать, что все, он уже готов. Ну что тут сказать? Если вам понравилось это простенькое видео, делитесь этим видео с вашими друзьями, ставьте лайки, этим вы поддержите меня. А я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч!